Всем здорово! С вами снова Metal Sonic. И сегодня, как ни странно, мы продолжаем играть в игру Человек-паук. Ну что ж, давайте загрузим нашу игру. Так, вот она, наша игра. Ну что ж, давайте продолжим. Катсцены. Во время катсцены я буду молчать. Я подстрелил грабителей! Паркер, нужно вызвать подмогу! Здесь скорпион! Ты должен... Ну, как вы видели, Джеймсон в беде. Нам нужно его спасти от скорпиона. Ой-ой-ой, паучок! Скорпион направляется за Джейм Джоном Джейнсоном с первого дня. Виня Джей за то, что он застрял в своем костюме скорпиона. Паучок, лучше поторопись туда, иначе Джей пойдет жертвой собственного творения. Ну, как вы видите, эту часть я записываю в широкоэкранном режиме. Я тут немножко посмотрел настройки эмулятора. Думаю, что так вашим глазам будет приятно смотреть это видео. Так, наверху экрана можно увидеть счетчик, ну не счетчик, изменитель, счетчик расстояния, который показывает нам, то есть счетчик времени, который показывает нам время до того, как скорпион доберется до Джеймсона. Вот здесь вот не забываем взять один из комиксов про нашего Спайди. И забираемся на это здание вверх. Эй, смотри по сторонам. Чем раньше мы нейтрализуем Человека-паука, тем раньше босс нам за это заплатит. Господи, меня поражает. Какие же все-таки уроды эти бандиты. Серьезно, посмотрите на их рожу. Неужели доктор Октавиус нанял вот этих вот дебилоидов, чтобы они убили Человека-паука? Да он не такое видал. Так, ну ладно, давайте доберемся до Бьюгла. Слушай, Гарги, это же новая эра, уйма новых технологий. Мы еще придумаем, как вытащить тебя из этого костюма. Ты засунул меня в этот костюм, и теперь ты за это заплатишь. Успокойся, Гарги. Ты разрушил мою жизнь, так что теперь я разрушу твою. Извините. А ну не трогайте его! Ну как, паутиная голова? Паучок, я просил полицию, а получил тебя. Ну здесь мы должны не допустить, чтобы скорпион убил Джеймсона. Прыгать от него. И кидать мебель. Кстати, я сейчас покажу вам, как... Блин, покажу вам, как... Покажу вам, как получить комикс в этой игре. Для этого достаточно разбить всю мебель в комнате. Да блин. Разбить всю мебель в комнате. Что мы без труда попробуем сделать. Так. На стену залезать не советую, потому что он сразу же начинает испускать свой, я не знаю, луч из хвоста. Так, говнюк, так. Да блин, блин. Ты где? Так, он разбил мебель. Точнее, шкафчик. Чем нам очень облегчил работу. И еще. Ну что ж, мы уже почти близки к получению комиксов. Комикса, то есть. Вот и он.
Так иди же. Как я уже сказал, я знаю местонахождение всех комиксов в этой игре. Я постараюсь вам все места показать. Так. Скорпион бегает за нами, но сейчас мы его отметузим. Давайте создадим перчатки. Ну ладно. Джеймсон смылся в соседнюю комнату. О, простите. Джеймсон пришел в соседнюю комнату, и Скорпион последовал за ним. Джеймсон! Вообще, посмотрите, какая графика в этой игре. Я все им поражаюсь. Какая же тут графика красивая для PlayStation. Тогда, думаю, смотрелось довольно круто. Так сделать нельзя. Так, можем его так закидать паутиной. Но лучшая стратегия — это так бить паутинными перчатками. Да блин, ты задолбал. Упустим его паутинными перчатками. Ну, мы скоро уже его окончательно убьем. Все, последний контрольный удар, и Скорпион повержен. Вот и все. А я не знаю, что ты сделал, чтобы спасти мою жизнь, но это тебе не поможет. Ты для меня слишком умен, Джей-Джей. Вот он, этот человек стоит со всеми беспорядками. Стреляйте в него, стреляйте! Джей-Джей, ты вышел из ума, в этот раз я серьезно. Ужас, подожди, Человек-паук. Я не знаю, ты ли это сегодня был, но я должен все проверить. Я не виноват, только мне некогда объяснять. Просто скажи, что ты ни при чем. Я догадаюсь, если ты соврешь. Но откуда я знаю, что ты действительно ты? Есть Человек-паук с пределами Октавиуса. Но другой, не я. Кто-то меня подставил. Зачем? Я еще не знаю. Если меня поймает полиция Нью-Йорка, все равно будет поздно. Тогда тебе лучше поспешить. Полиция скоро будет здесь. Ты мне поверил? Мне не нужно тебе верить. Я знаю, что ты не лжешь. Но откуда? Скажем, у тебя свои необычные способности, а у меня свои. Я расскажу о том, что ты невиновен. Вряд ли это поможет. Сопали. Удачи. Да, интересный человек. Так, ну мы как нормальные пацаны не будем пока сохраняться. А сохранимся после уровня. Так, вот это вот один из самых моих любимых уровней, где мы улепетываем от гигантских полицейских вертолетов. Так. Вот здесь вот можно найти комикс, подождать, пока ударит ракета. И вот комикс. Так. Так, тут за нами гонятся полицейские. Мы не будем их трогать во избежание урона. Так. И сейчас будет самая крутая часть этого уровня. Так, вот там можно было увидеть постер с Росомахой. Рекламный щит, точнее. Вообще, в этой игре много пасхалок. И этим она тоже крута. Вообще, это моя одна из любимых игр по Человеку-пауку. Проходил я ее уже. Я не знаю, сколько раз, я не считал. Ну, значит, очень много. Так, сейчас я сосредоточенно пытаюсь уползти от прицела. Стреляет в меня никто иной, как каратель. Другой персонаж комиксов Марвел. Так. Ну ладно. Меня просто поражает, с каким...
Меня просто поражает, как полиция Нью-Йорка уничтожает здания. Неужели они будут платить за их восстановление? Ну ладно, так или иначе, продолжим уровень. Так. Меня прикалывает просто музон. Музыка на этом уровне. Так. Мы уже прошли почти половину уровня, но сейчас я вам покажу такую небольшую пасхалку. Это логово зеленого гоблина. Вы видите, здесь на стене можно увидеть глайдер, тыкву и фотку зеленого гоблина с тыквой вместо лица. Ну ладно. Посмотрели и хватит. Пойдемте завершать наше приключение на данном уровне. Так. И да, наверное, особенно внимательные люди, наверное, заметили, что я подобрал броню паука. Она, кстати, довольно-таки неплохо помогает на самом деле. Так, пробегаем мимо засады полицейских. Так, подберем картриджи. Вот следующее место сейчас будет, где можно подобрать комикс. Ну, чтобы его взять, достаточно сползти вниз вот по этому зданию. Вот так вот опуститься вниз. Так. Вот и наш заветный комикс. Получается, на этом уровне всего 4 комикса. Я уже показал вам 3 из них. Так. Здесь к нам опять прицепился каратель. Ты задолбал. Здесь сейчас будет такая небольшая сцена. Кат-сцена. Кстати, если вы играли в ПК-версию, то вот эта вот сцена не срабатывает. И Человек-паук не зацепляется за здание, вот как здесь, а падает вниз. Из-за чего ПК-версия практически непроходима без читов. Поэтому я и выбрал вот эту версию для PlayStation 1. Вообще, если вы играли в ПК-версию, то она получилась кривая. Во-первых, она катсцена не срабатывает из-за того, что на компе игра ускорена под 60 FPS. А скрипты в катсценах переписать забыли, поэтому возникают такие проблемы, собственно. Пишите в комментариях, если у вас тоже так было. Так. Так, что у меня тормозит игрушка. Ну ладно. Вот финальный, скажем так, комикс на этом, на этой локации. Ну вот у нас последний рывок и катсцена. Два попадания. Первый передает башню. Я преследую преступника. Эй, а кто заплатит за эту башню? Опа, мои чувства обострились.
Еще один шаг, и я приклею тебя к той стене. Ну, это не самое романтичное предложение из тех, что мне делали. Черный кот, как я рад тебя видеть. Я тоже рада. У тебя неприятности. Веном захватил здание с экраном на Times Square. Он несколько часов передает тебе сообщение. Рожа Венома на огромном экране. И это еще не все. Косарап сейчас разносит на лаборатории Амнитека. Слушай, здание Амнитека на пути к Times Square. Давай выясним, что задумал Веном, и потом разберемся с косаровым. Продолжается марафон Венома на самом большом экране Нью-Йорка. Мы тут громко ругаемся и вообще жутко буянем. Печально то, что за это он еще попадет на ток-шоу. Итак, у нас есть ваша красноголовая. Вы все ее хорошо знаете. Она из знаменитостей. Мы решили, что эта милашка проживет еще 24 часа. 24! Да, кстати, ее зовут Мэри Джейн Паркер. Нет! Мэри Джейн? Итак, если кто-то из вас даже не знает, кто это может быть. Но если он захочет спасти эту очаровательную модель, то милости просим. А пока что Нью-Йорк цирк. Марафон Венома продолжается. Послушай, я знаю, что оно для тебя значит. Ты должен сейчас туда идти. А с Амнитеком я сама разберусь. Ты сама? Спасибо, только не нужно. Послушай, став Человеком-пауком, я много приобрел и много потерял. Но одно неизменно. Я обязан использовать свои силы ради других. А потом уже ради себя. А сейчас в Амнитеке в опасности невинные люди. Им немедленно нужна моя помощь. Я их не подведу. А потом я остановлю Венома. В этот раз уже навсегда. Ну, следующий уровень вы увидите в следующей части прохождения. Подписывайтесь. И не забывайте ставить лайки. Всем пока.